Привет! Сегодня я к вам с рецептом салата из зеленого горошка и горбуши. Такой салат был популярен в далекие 90-е годы. Готовится достаточно быстро и получается очень вкусным и сытным. По структуре салатик очень нежный, подходит для подачи к ужину или даже праздничному столу. Итак, приступаем. Открываем банку с горбушей, вынимаем из жидкости и помнем вилкой, или можно творить свежую горбушу. Примерно 100-150 грамм. Три яйца отварим и нарежем кубиками. Один маринованный огурец порежем кубиками. Собираем салат, в миску кладем огурцы, яйца, горбушу, зеленый горошек, 3-4 столовые ложки. Заправляем майонезом. Майонез у меня домашний, готовлю так. В банку разбиваю яйцо так, чтобы желток был целым. Добавляю горчицу, 1 чайную ложку, 1/4 чайной ложки сахара, 1/4 чайной ложки соли. Опускаем блендер так, чтобы желток был под блендером, и взбиваем секунд 15. Начинаем вливать растительное масло тонкой струйкой. Продолжаем взбивать. Взбиваем еще секунд 20, и майонез готов. Теперь добавим 1 чайную ложку лимонного сока и еще разбиваем. Салат перемешиваем с майонезом и подаем к столу. По желанию можно сделать салат слоями. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, поделитесь в соцсетях или напишите комментарий. Ваши отзывы – самая лучшая награда для меня. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я вам желаю приятного аппетита и будьте здоровы!